Великие победы Красной Армии ставили нам на профессии Толстяка, Сенеча и почти покончили с Сенечкой. Защитные войска помещиков и капиталистов, которые хотели при помощи капиталистов всего мира восстановить свое всевластие в России. Но война, империалистская, затем война после Сотской революции, страшно раздавились и объединили всю страну. Надо напрячь все усилия, чтобы победить страну, чтобы восстановить страну через недели, чтобы давать крестьянам за хлеб необходимые для них продукты. Теперь мы, победив помещиков, освободив Сибирь, Украину, Северный Кавказ, вполне можем восстановить хозяйство страны. У нас много хлеба, есть теперь уголь, нефть. Все дело сейчас на транспорте. Железные дороги расстроены. Надо восстановить транспорт. Когда мы подвезем на фабрике хлеб, уголь и нефть, когда мы подвезем соль, когда начнется восстановление промышленности, кончится голод, побыть заводских и железнодорожных рабочих. Пусть все рабочие и крестьяне берутся за дело восстановления транспорта, за работу стадую, упорную и самоотверженную. Все работы, необходимые для восстановления транспорта, должны выполняться в полном времени, привлеченные энергии, безнарезные средства. Мы победили в подводке кровавые ночи.